Всем привет! С вами Низерамас, мы продолжаем проходить Crash Bandicoot 2 модификацию. Уровень Snow-Now. Да, я вот немножко посмотрел, как вот этот до лифта проходить этап. Оказывается, я в той серии еще кучу всего пропускал здесь. И это даже вообще не обязательно сейчас трогать. Эх, черт. Heart of Penguin. В общем, когда я вот здесь, ну там где-то активировал этот активатор с этим знаком. Это очень далеко назад, мне надо было возвращаться. Так. Так, отлично. Минус один. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет. 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 Так, ну ладно, допустим, это зачистили. То есть вот это все дело можно пройти без помощи маски. Ох ты, здрасте. Идите нафиг. Да, вот тут еще нитры появились. Вы идете нафиг. Тут. Так, ну тут хотя бы можно по боку пройти. Игре на это совершенно... как бы это ни звучало, по боку. Ух ты ж. Эх, чёрт. Да, тут у нас появляется вот эта штука. Которая... позволяет вот этот кусочек пройти адекватно. Я как-то даже на самом деле вообще не... ну здрасте, приехали. Да, я как-то вообще не подумал, что может быть вообще нужно будет идти сюда. Ты чё не сбил ничего? Ты... пингвина, сок. Ну, я думаю, эти можно так разрушать. Так, часть сбил. Нет, я хочу все сбить, потому что... это куда безопаснее. В целом, учитывая, насколько я плохо играю. Нужно еще одного удачно запустить. Вот, смотрите, даже активировал. Иди ты нафиг, короче. Иди нафиг, сказал. Не-а. Да уж, залез на стену от ужаса. Я представил, как сейчас я полезу на эти нитро. И я понял, что лучше уж я полезу на стену. Потому что я не хочу, чтобы мне бандикут попал... ну, здрасте, ладно. Надо было, кстати, сразу еще те разрушить. Для удобства. Тут. Кстати говоря, интересно. Возможно ли вот такой модификацией сделать так, чтобы маска не давалась при возрождении?
То есть, чтобы автор мода какого-нибудь сделал так, что нельзя будет его модификацию пройти, вот так вот облегчив себе жизни с помощью маски. Так, она вообще еще там, кстати? Что-то так и не знаю. Нет, вот там она. Теперь не там. Пак. Пак. Ага. Я что-то просто не помню, сколько тут их еще будет. Вот это, по-моему, должен быть последний. Нет. Так. Ага. Отлично. Там, надеюсь, больше ничего нет. И все, вот это, собственно, единственное, что я посмотрел. Из того, как проходить этот уровень специально. Не стал смотреть те места, где я еще нормально даже ничего не изучил. Опа, здорово. Че, еще сзади что-то? Я даже... Ах ты ж! Это было так тупо. Не, так не годится. Короче, давайте так. Что все-таки хотя бы возвращаться сюда все равно придется, так что зря я это сделал. Я что-то как-то расслабился. Ладно, не буду эти сбивать, все-таки стараться. Вот интересно, можно ли этого пингвина заметнуть туда? Нет, видимо, он эти ящики в принципе не разобьет никак. Ладно, тюлени, давайте я снова вами открою. Проход дальше. Вот этими тюленями я сейчас использовал, все активировал то, что обычно двумя у меня получалось активировать. Прекрасно. То есть за два удачных попадания я это все чудо зачистил. Мне, кстати, казалось, что эти ящики над ямой находятся. Но нет. Мужик, сказал я, увидев яму. Так, тут сейчас будет еще яма. А, еще нитро, потом яма. Сейчас будет вот этот момент, который... Ну, здрасте. Зачем я так сделал? Ох ты ж. Нет, так не надо делать. Я не помню, что сейчас не сработал, я же рядом с ним сейчас был. Не, ну в стены я не хочу влезать, потому что там легко в текстуру попасть. Это нам не нужно. Бандикут, ты сейчас своими волосинками дотронешься до этой бомбы,
И от тебя останется только один ангел. Нам это надо, товарищ Бандикут. Сомневаюсь. Там я до упора уперся. Вот появились ящики. Я, кстати, удивлен, что от всех вот этих скриптов и прочего сейчас игра у нас не лагает. Просто адово. Да, вот, конечно, с одной стороны, я сейчас даже жалею, что я не до конца досмотрел прохождение вот даже вот этой дорожки, я даже до лифта не досмотрел, потому что вот этот момент я уже не знаю. Активирую то, что еще сзади или нет. Давайте все-таки попробуем сбегать. Ах, сейчас, ох, как жалеть буду, а? Серьезно. Просто адово сейчас жалеть вот об этом буду. Не, вроде ничего. Так, и здесь ящиков нет. Ну все, значит, на следующей попытке запомнить. Ну, я сейчас, наверное, где-нибудь сольюсь. Ух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это вроде так надо проходить. Так, это мы помним. Это вот так делается. Это не совсем так делается, это 100%. Так, я прижался к этой стенке, перепрыгиваю через этот нитро. Ну, здрасте. Ну, что ты делаешь? Я тебя еще сделал. Чем я это сделал? Непонятно. А, это можно пропрыгать сверху. Мне казалось, просто там вообще нельзя будет выбраться оттуда. Значит, можно сделать. Да что ж такое? Я, кстати, даже забыл, что их тут две. Так. Окей, я понял, что тут надо делать. Не очень понял, как это сделать. Так, будем по кусочку изучать этот уровень. Конечно. Изучать я вот что-то собрался.
Так, а теперь летим. Отлично. Так, замечательно, маски нет. За уровень была всего одна маска. А, конечно. Надо было прямо в этого пингвина впечататься. Не, конечно, ладно, не буду отдыхать. Все равно надо практиковать. Не, ну это уже точно не смешно. Так тупо я еще не умирал, по-моему, в этой серии. Ну, точнее, не получал урон, скажем так. Технически? Ох ты, нифига себе. Куда залился? Здрасте, приехали. Кстати, вот эта система с кучей ящиков на этой стрелочке меня вообще не радует. Она как-то еще в самой первой модификации, которую я пробовал, там было, насколько я помню, что-то похожее. И оно и там тоже жутко лагало, эта штука. Ну, могла залагать, скажем так. Конечно. Ладно, просто прыгаем, как он прыгает. Выгружают все вот эти вещи из этого коридора. Да серьезно, на этой хрени потерять урон? Никуда не годится. Да что за хрень тут происходит? Почему я тут стал умирать? Наконец-то. Серьезно? Офигеть, мужик. Конечно. Угу, кто бы сомневался. Да. Чё-то не задалось у меня сейчас. Так. Так, и тут надо сейчас быстро проскочить. Думал, он уложил. Ну, ничего, я сейчас и тут успею наложить.
Давай. Конечно же. Я знал. Так, этот пингвин мне не нужен. Бывает, конечно, ладно. Ну, это, конечно, неприятный баг. Мне лично кажется, что не очень хорошая идея была добавлять так много ящиков туда. Так. Я не понимаю, как я тут умираю иногда довольно странными способами. И почему я опять начал ложать здесь? Да что я делаю не так? С одной маски я никакого хрена тут не сделал вообще никак. Я слишком плохой игрок, чтобы с одной маской это все безобразие пройти. Офигеть. И что-то это реально. Ужас какой. Зачем я это сделал? Да серьезно, что ли, вообще? Надо же. За сколько попыток я сюда дошел вот с тех пор, как я начал умирать. Понятно. Ничего же сложного нет. Не, я сейчас просто до Game Over тут доиграюсь такими темпами. Ужас. Я просто в шоке от этого происходящего тут. Так, давай, не надо меня убивать. И, окей, я не буду животом плашмя падать. Что он там... Ничего себе лишнего не выгрузил. Да какого черта? Запомните, прыгать надо, грубо говоря, прямо с самого чекпоинта.
Не, просто реально сейчас сольюсь нафиг. Похоже, это мне не по зубам. Это, конечно, не значит, что я сейчас пойду сразу сдаваться. Тем не менее, пройти это у меня шансов катастрофически стремиться к нулю количеству. Вот так вот. Отлично. Это можно пройти без маски, я знаю. Но не так, как я это делаю. Эта ящика, я думаю, пригодится, когда я буду обратный. Обратно буду делать. О, да. Я это реально не пройду, я думаю. Либо хоть был чекпоинт в начале той трудной дорожки. Было бы одно дело. Так-то это вообще жестоко. Нет, ну ладно. Я сейчас, очевидно, это уже вообще никак не пройду. У меня всего жизнь моя уже в ноль уходит. Ну да. Давайте на этом закончим данную серию все-таки. Я там возьму более подготовленное сохранение. Где будет жизни достаточно, чтобы пытаться это дело пройти. Ну а на этом я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч! В следующих сериях, если никогда не будут.